Первая атака «Зенита». 0-2. Томас долго ждал партнеров. Тулсон. 2-2. Совсем недолго гости были впереди. Вот уже снова ничья. Мяч и атака «Зенита». Тулсон издали. 3 очка. Будет сильнее в этом матче. Посмотрим. Берзинш издали. А так в свои 33 года играет уже 15 лет за Калиев. Невероятно. Тулсон. No comment. Мяч у Тулсона. Никита Баринов поучаствовал в этой голевой атаке. Поставил заслон Тулсон. Сегодняшний матч. Пожелаем ему удачи. Тулсон наведение. Издали бьет. Да. Ну что ж, попробуйте так вот выйти на площадку и забить с 9 метров. И встает на линию штрафных. Сегодня он нацеливается. 3 очков «Зенита», преимущество остается 10. И Тулсон 2 из 2. И вот он теперь в Калеве. А Тулсон тем временем опять 2 из 2 и 21 очко. 3 минуты 41 секунда до большого перерыва. Отлично. Пока, к сожалению, ничего не забил. А Тулсон продолжает забивать. Тулсон. Ай, как хорошо. Берзинш показывает комбинацию, которую он предлагает партнерам. Тулсон. Тулсон. И пожелаем обеим командам обойтись без травм, потому что, конечно, многовато. Тулсон издали. Все. Это была эффектная точка. Я поздравляю всех поклонников «Зенита» с этой яркой победой. Очень солидный перевес. И главное, набрали 100 очков. Публика в восторге, все довольны.